Всем привет, с вами Прия, и сегодня мы вновь немножко поголдфармим. Ну а чем еще заниматься во время конца дополнения? Все-таки нужно себя чем-то занять. Нужно подфармить голдишку для следующего дополнения, чтобы не нуждаться потом в ресурсах, и можно было их покупать по абсолютно любой цене для прокачки профессии. Начнем же. Что нам потребуется? Зона, легион, асуна. Место на самом-то деле давно всем известное, но многие о нем забыли, и, может быть, кто-то все-таки о нем не знает. Стоит его реанимировать, скажем так. Требуется снятие шкур, кожевничество. Касательно снятия шкур, тут подготовка весьма интересная. То есть, твердокаменная кожа, третья звездочка. Далее, потрошение легиона. Предоставляет вероятность добыть желудок необычной формы. При снятии шкур в существенно расколотых островах. Эти желудочки, а именно этот навык потрошения легиона, изучается в тот момент, когда вы находитесь в стоках Долорана, и в тот момент, когда вы набьете 250 незрячих глазиков, как-то так они называются. Покупается рецепт, и вы изучаете это потрошение легиона. Также не помешает демоническое освежевание душ, чтобы просто скинуть абсолютно все мясо, которое мы добудем торговцу. Также на наплечнике нам не помешает чарочка какая-нибудь. Можно использовать кровавого охотника чарочку. Она обеспечит нам дроп контейнеров с кровью Саргераса. Далее, на перчатке нам нужно накинуть снятие шкур с созданий легиона. То есть, таким образом, вместо 1,5 секунд каст будет снижен до 0,5 секунды. И можно будет снимать шкуры с животных достаточно быстро. Такая вот довольно-таки долгая подготовка, и все ради того, чтобы вот в этом вот прекрасном месте по координатам, получается, 34,7 фармить мопцов. Фармить мы будем этих кровоглядов. Их есть маленькие пачки, есть соло-стоящие, и с них будет падать эта твердокаменная кожа. Крафтить мы будем наплечные щитки из выдубленной войной кожи, 12 твердокаменной кожи, и при этом мы получаем 28 голды и почти 40 серебряных. Пофармлю полчасика и посмотрим, что произойдет. Thank you.
Да, я думаю, пускай этот пак будет последним. Будем уже подводить некоторые расчеты. Я, конечно, хоть и включил себе музычку на задний фон, достаточно громкую, но, по-моему, я все равно слышал то, что кошка кричала. Хотя она сытая. Парадокс. Окей, что у нас получилось? А получилось-то довольно-таки неплохо. 1553 твердокаменной кожи. Плюс продажи всяких зеленых, там, серых итемов. Продажи когтей, например. То есть всякие когтяшки падают с мопцов, и само собой мы их продаем. Ну да, они используются там всяких легионских крафтах кожевенчества, но они нам ни к чему абсолютно на текущий момент. Также 16 семени Изеры упало, 8 арханы, штормовой чешуи 11 штучек и шалдарайского шелка 8 штучек. Да, это полезные итемы, из них тоже можно что-то скрафтить полезное. Если так повспоминать, можно что-то и вспомнить, но я как-то не помню. Увы. Чистой голдишкой вышло 935. Ну а теперь перекрафчиваем абсолютно все то добро, которое мы нафармили, и продаем торговцу. То есть тут получается 130 умножить на 28,4. То есть заранее, если так даже чекнуть, то это получается 3700. Окей, перекрафчиваем. Ну что ж, последние наплечники скрафчены, продаем абсолютно все. К тому же зубки нашел, которые нужно было продать еще ранее. И, по-моему, из штормовой чешуи крафтится у нас тоже наплечники, насколько я правильно помню. Но мы их учитывать не будем, само собой. Что у нас получается? Было 47 тысяч голды, на текущий момент 51 795. То есть 4 800 за полчаса. Нормальная ли эта сумма? Ну, для старого контента, да, это типа классно. Но на текущий момент 4800, 9600 за час, при условии того, то, что есть конкуренция. И да, вы видели, там ордынец был, который летал. Удивительно, что он меня не тронул. Просто-напросто, скорее всего, он знаком с голдфармерской этикой. Это довольно-таки приятно. Ну, такое себе число, но в принципе, для чего можно использовать это место? Если, например, у вас не куплено бафа, и вы хотите нафармить на него путем скупки жетонов и реализации их в валюту на свой кошелек Battle.net, то это довольно-таки неплохой вариант. То есть почти 10 тысяч голды в час, если у вас есть полеты, если у вас хороший эквип, то это будет просто в целом замечательно и довольно-таки легко. Так что желаю вам успехов, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании и совместных рейдиках. До скорого!